А вот синоптики скорого приближения весны пока не обещают. Медленно, но верно, холодный атмосферный фронт из Подмосковья перемещается в Самарскую область и несет с собой сухую, умеренно морозную погоду. До конца рабочей недели будет солнечно, местами по области возможен снег и даже слабая метель. Столбик термометра будет колебаться от 4 до 10 градусов ниже нуля, днем, ночью до 14. На дорогах гололедица. По выходным похолодает, уже в пути скандинавский антициклон, который принесет понижение температуры до 18 градусов и прекращение осадков.